Сегодня очень серьезно и много мы работаем с Россией по всем направлениям. По импортозамещению. Оттуда компании ушли западные. Открылся необъятный рынок. Конечно, мы там одни не справимся дефицит этот заполнить. Мы вместе с россиянами в этом плане работаем. Но и наша продукция, промышленная, не только сельскохозяйственная, очень востребована в Российской Федерации. От военно-промышленного комплекса до продуктов питания. Пожалуйста, включайтесь. Вот мы с президентом России часто встречаемся, и он мне говорит, вот нам это надо. Вы можете это сделать. Включайтесь. И добавляет, я же деньги плачу, это же не бесплатно. Поэтому разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то, не принимается. Забудьте об этом, и вы должны видеть свой район, своих людей. Вы должны вовремя посеять, уйти в зиму, подняв взяб, и готовиться к весеннему севу.